Это не детский утренник и не Хэллоуин. Здесь собрались ценители японского искусства. Художники, костюмеры, актеры и фотографы пришли показать друг другу все, на что способен их изощренный вкус. Аниме-фестиваль такого уровня проводится в нашем городе, пожалуй, впервые. В Иваново приехали косплееры из Нижнего Новгорода, Костромы, Владимира и других центральных городов России. Всего более 400 участников. Косплей – это костюмированная игра, где важным является одеться и загримироваться под известный персонаж из аниме, манги или видеоигры. Как раз такое перевоплощение и нравится тем, кто решает однажды стать косплеером. На самом деле я решила прямо сразу, как увидела косплей, потому что это очень красиво. Ты играешь этого персонажа, ты живешь его жизнью, ты сам своими руками воплощаешь все костюмы. Это похоже на актерскую игру, только в более узком кругу. Многие, кто участвовал в костюмированном дефиле, оказались дизайнерами своего оригинал-стиля. Они сами шьют костюмы и придумывают образы. Как отмечают косплееры, им важно чувствовать свою необычность и уникальность, хотя в реальности они такие, как все. В жизни меня сложно узнать, потому что блондинка, во-первых. Во-вторых, образ жизни совсем не соответствует тому, что я показываю на фестивале. Перевоплощаться можно в абсолютно любые образы, и почему бы не попробовать что-то новое для себя, что-то необычное, совершенно противоположное. По мнению организаторов фестиваля, здесь люди получают возможность не только в самовыражении, но и просто в проведении необычного досуга. И дело здесь совсем не в популяризации аниме-культуры. Ну, я не думаю, что в России он очень сильно популярен, жанр, но он только набирает обороты. Ну, потому что эта культура, наверное, она очень добрая и очень позитивная, и люди к этому приходят. Им интересно общаться со своими сверстниками или старшим поколением, которые тоже этим увлекаются. Интересно шить костюмы, состоять в каких-то кружках, клубах, объединяться. Возрастных ограничений для участия в фестивале действительно не было. Аниме могут любить и семьями. Я пришла сюда вместе с дочкой, ее с подругой. Мы очень любим аниме-фестивали. Я здесь бываю уже не первый раз. В Иваново первый раз. Были фесты в Коврове, Владимире. Интересно, что практически все популярное аниме является адаптацией манги. Манга – это японские комиксы, которые отличаются от других преобладанием черно-белой графики. Аня – очень известный мангака, художник манги. Впервые открыла для себя этот вид искусства еще в 5 классе. Сейчас заканчивает лицей и мечтает в будущем издать большой том комиксов. Сюда она приехала провести мастер-класс для других участников фестиваля. Аня работает в жанре сёйон – фантастики и приключений. Все герои истории популярны, но переработаны в ее оригинальном стиле. Большую часть времени я сама рисую персонажей, и мне это больше нравится, нежели как вот фан-арт, рисование персонажей уже существующих манг и аниме. Подход к иллюстрации я придумываю предыстории, чтобы был сюжет, и персонажи как бы более эмоционально выходили. Придумываю там характер и так далее. Некоторые я воплощаю в манге уже, самые удачные. Нина Сардейская, Олег Мелехин, РТВ, Иваново.